Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Kia Optima. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки такой вот мембранной шумоизоляции. Называется она блокшот. Толщина 7 мм. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!